Всем привет! Хотел для вас снять выпуск днем на нашей огромной территории, но вы уже видели, в принципе, на предыдущих роликах, как у нас здесь все выглядит. Напомню, мы находимся сейчас в Калужской области, в 100 километрах от центра Москвы, в глэмпинге «Белые ключи». Кстати, подписывайтесь на наш инстаграм, я его оставлю в описании, так как завтра у меня самолет. Вот у меня сегодня был дедлайн, я его сделал, мы запустили домик, и я сейчас вам покажу то, что могу показать в темное время суток. Итак, как вы помните, у нас тут впереди вид на реку. Сегодня собрал вот такое классное костровище. Вот так сейчас выглядит домик. Я собрал конструкцию обратно, то есть она сейчас не в разложенном состоянии. Такая у нас огромная просто терраса, она просто гигантская. Тут можно вдесятером сидеть, такие вот ступеньки. Красивая контурная подсветочка. В целом ее достаточно, чтобы светить всю красоту. Темнеет рано, так бы успел все здесь снять. Сейчас посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас все уже было готово. Я показывал ранее. Мы оборудовали кухню всем необходимым. Здесь у нас вся посуда, индукционная печка. У нас тут есть все, что нужно для приготовления блюд. Есть холодильничек. Зона для раздевания, тапочки такие классненькие. Соответственно, душевая. Да, наверное, видно меня в отражении. Такая у нас красивая новогодняя штучка. Вручную делали. Вот здесь вот включается она и очень прикольно светится. Такие резаные классные светильники. Ну и, конечно, здесь очень-очень классно. Сложно передать через видео, конечно, нужно приезжать. В домике тепло. Мы на всякий случай еще привезли ветродуйку сюда. На случай, если что-то пойдет не так. Хотя в Карелии все было вполне успешно. И, соответственно, все, наш глэмпинг запущен. Баня уже готовится. Еще один домик четырехместный готовится. Скоро они будут здесь. Я думаю, что к середине февраля мы их поставим. Может быть, к концу февраля. Но процесс запущен. В домике круто, классно. И я рекомендую вам попробовать сниться в нем, потому что здесь просто невероятная атмосфера, которая не характерна для, по сути, Москвы и Подмосковья. Так что с наступающим вас Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья, чтобы в нашем будущем году все было очень хорошо и всем было жить комфортно.